давай с вами телефон ломай. Сегодня мы будем ломать, да не тряси ты камеру, будем ломать такой флай. Смотри, сперва первый тест, это вот отсюда. Давайте мы его вытерем. Вроде с ним все хорошо. Ну, стоит этот телефон рублей 40. Ну, вроде с ним все в порядке. Давайте крышечку оденем. Оденем крышечку. Поставим мы его сюда. И стараемся. Блин. Расширачить. Вроде с ним все в порядке. Давайте мы его помоем. Грязненький стал. Такой у нас прелестный флай. Давай еще его побьем. Ниже сними. Так, он такой прелестный-то. Вроде ничего с ним не случилось. Камера не сломалась. Все. Прелестно. Следующий телефон будет iPhone. Только не знаю какой, конечно. Давайте мы его немного еще раз. Ты, Алик, ты по телефону не попал. Там. И мы сняли с него. Че? Как он быстро сломался. Какой вообще. Прелестный телефон. Слышишь, как он быстро сломался вообще? Ну, давайте вот эту сторону заснимаем. Сука, не ломается. Ну-ка, давай об стол было. Что творится с телефоном? Твою. Ах, ща ему будет. Ладно. Еще говорят, флаи не гнутся. Прелестно не нахуй гнутся. Вот и расхерачили мы. Телефон флай. Стоил он где-то 1008. Нет, стоил он 4990. Да. И напоследок давайте. Знайте все, флай говно. Китайское барахло. Знайте все, флай говно. Это китайское барахло. Давайте мы еще экран раскрыли. Короче, там запикаем. Прекрасное зеркало было, конечно, стекло было, но этот телефон нам шоку не нужен. Батарею расхерачь. Кстати, все флай говно, китайское барахло. Надо в Ютубе так подписать. Знаете, все флай говно, это китайское барахло. Так, давайте посмотрим. А батарея что? Что там, ничего не течет? Не, ничего. Ну все. Это был расхерачиваемый. И мы снимаем на Sony Xperia M2. Наверное.